одном из конференц-залов отеля «Рига» прошла творческая встреча с главным редактором журнала «Русский репортер» Виталием Лебиным. Глава одного из самых успешных российских журналов «Русский репортер» приехал в Ригу по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». На встречу с Виталием Лейбиным пришли представители латвийских масс-медиа, студенты и преподаватели латвийских вузов, а также все те, кто интересуется журналистикой и ценит качественную прессу. Беседа началась с рассказа о том, как основывался «Русский репортер», о главной цели и идее создания журнала, а также о секрете его популярности. С идеей в том, чтобы сделать журнал специально для российской, русскоязычной нашей аудитории, а не попытаться скопировать какие-то кальки из мировой прессы. То есть пытаться сделать товар специально для нашего рынка. Про то, чтобы поддержать всех тех людей, которые пытаются жить, любить и творчески работать в нашей стране. Лейбин также отметил, что какие бы острые темы ни поднимались в журнале, редакция в первую очередь руководствуется интересами читателя, который должен получить объективную информацию о событии и к тому же с разных точек зрения. Именно глубокое изучение темы является главным составляющим качественной журналистики. Если репортер приехал в какое-то место с гипотезой, и эта гипотеза оправдалась, то, скорее всего, он мало копал. Гипотеза должна не оправдываться. Латвийских журналистов также интересовали вопросы, связанные со свободой слова в печати, о том, что во всем мире падают тиражи газет и журналов, и как выжить в кризисе, который сейчас переживает печатная пресса. Вот в наше время тинейджеры очень мало читают, и если читают, то только в интернете. Как по-вашему можно было бы привлечь подростков к чтению печатной прессы? Ну мы это сделали, в том смысле, что оказалось, что не так. Как только напишут что-то интересное, читают. Специально для КИС-ТВ Анастасия Ратникова, Антон Биргер, Влада Бондарь и Глеб Куршинский.